Шахматы, дартс, пулевая стрельба по мишеням – каждый год участники Солигорской районной организации «Ветераны физической культуры и спорта» показывают свое мастерство на спартакиадах, приуроченных знаменательным датам. В рядах организации сегодня состоит порядка 130 ветеранов спорта. Многие из них продолжают прославлять свою малую родину, завоевывая призовые места на соревнованиях районного, областного, республиканского и даже международного уровней. Мы участвуем за пределами города. Вот. Это соревнования, которые доступны для тех, кто сможет в них выступать. И вот и наши спортсмены, ветераны спорта, Иван Алексеевич Горбатенко, Галина Николаевна Авнаб, Лариса Евгеньевна Павловская, Григорий Иванович Воронцов уже много лет защищают честь нашего района. Вот. Они становились победителями и призерами областных соревнований. А также они участвовали и в международных соревнованиях, и республиканских, и занимали только призовые места. За 17 лет существования общественной организации наград скопилось немало. Среди последних достижений – грамота победителя областного конкурса на лучшую районную организацию ветераны физической культуры и спорта. Работа с опытными солигорскими спортсменами организации соревнований не ограничивается. Мы имеем льготы, где наши ветераны посещают спортивные сооружения. Это ходят бесплатно плавать в бассейн, на футбольные и хоккейные матчи и могут покататься на коньках один раз в неделю бесплатно. Кроме этого, есть у нас и тема на отдых. Мы неоднократно за эти годы посетили Ледовый дворец «Арена Минск». Посетили мы Нестерский заповедник, линию Сталина. Сами организовываем, ездим, договариваемся. 16 мая работники физической культуры и спорта отметят свой профессиональный праздник. С предстоящим событием ветеранов спорта поздравил председатель общественной организации Юрий Ракинцев. Хочу поздравить вас, дорогие ветераны спорта, вас с праздником, Днем работников физической культуры и спорта. И благодарю вас за ваше активное участие в нашей спортивной жизни. Будьте здоровы!